Новогодняя красавица. Без нее не представляют праздника ни взрослые, ни дети. За многие годы она стала неотъемлемым символом Нового года. За это время появился большой выбор и множество альтернатив. До Нового года все меньше дней. Пора задуматься о покупке главного символа праздника. В Ульяновске как раз заработали елочные базары. Чтобы ароматная зеленая красавица порадовала потребителей, деревья должны получить фитосанитарные сертификаты. Такие елки безопасны и принесут в дом только праздник. Контроль проводится на основании того, что ежегодно проводится инвентаризация карантин фитосанитарных зон. Наши лесные массивы. Лесничество Ульяновской области находится в карантин фитосанитарной зоне по карантинно вредному объекту, это черному сосновому сачу. Поэтому, соответственно, данная подкарантинная продукция – это родительские деревья. Они проходят фитосанитарный контроль, отбираются, проводят досмотры, направляются в лабораторию. Лаборатория выдает заключение. И, соответственно, на основании заключения лаборатории мы выдаем карантинный либо фитосанитарный сертификат. Качество деревьев в официальных точках продаж проверено. Следующий этап за покупателем. Выбрать самую красивую сосну, ель или даже пихту торговцы советуют отдавать предпочтение пышным и многоярусным деревьям. Ну вот она, новогодняя сосна, вот такая вот. Главное, чтобы была многоярусная. Ну, естественно, не желтая. Как бы трапеция, чтобы пышность сформировалась. Все зависит от яруса, от количества ярусов. Чем больше ярусов, тем, естественно, пышность, красота елки. По данным маркетплейсов и Авито, в этом году спрос на искусственные деревья увеличился по сравнению с 2021 годом в 3 раза. С живыми деревьями все наоборот. В прошлом году с территории области по всей стране отправили почти 100 тысяч деревьев. В этом году цифра скромнее – более 66 тысяч. В Росприроднадзоре предполагают, что спрос на живые деревья снизился по причине выбора покупателями искусственных елок. Продавцы же отмечают, что пока спрос такой же, как и всегда, а сами горожане все-таки предпочитают живую новогоднюю красавицу за ее особый аромат. Те, кто украшает дом искусственной елкой, оказались единицы. Свой выбор объясняют тем, что жалко рубить живые деревья. Ну, искусственные, они ужасно выглядят, отвратительно, грязно, натурально пахнет приятно. Настоящую. Почему настоящую? Потому что от нее пахнет Новым годом. Искусственная. Почему искусственная? Не нужно срубать елки живые, губить природу. Конечно, настоящую. Почему вам больше настоящая нравится? Не знаю. Я всю жизнь только другого не было. Всегда была настоящая. А искусственная – это уже последний, современный. Такой. Нам привыкли. Сил привычки. Тебе какая елка нравится больше? Искусственная или настоящая? Настоящая. Искусственная. Почему искусственная? Ну, за экологию топлю и все такое. Настоящая. Почему настоящая? Ну, потому что она природой пахнет. Ежегодно елки с города на Волге отправляются на продажу по всей России. В этом году украсить дом ульяновским новогодним деревом смогут в 19 регионах России и Казахстане. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.